Короче, пошла прогуляться. Надоело дома сидеть, думала, холодно, вышла на улице. Тепло. Просто пасмурно. Сейчас мусор выкинем. И пойдем покупать зеленую ручку. Будем воплощать технику исполнения желаний в дело. Сейчас выброшу мусор. Куда-то мусор все время, блин, берется. Если это правда работает, это будет вообще класс. Причем, знаете, как там говорили? Желание дописать не то, что я хочу. Надо писать уже я имею. То-то, то-то, то-то. К такому-то времени. Так что... Вот такая в Краснодарском крае погода 2 декабря. Ну, знаешь, такая, как в средней полосе России, как вот как осень. Теплое бабье лето. В этом году вообще погода нас балует. Приперлась в экспресс, маску забыла. Вот такую мне выдали. Маску. Так, зачем я пришла с этой ручкой? Сходила, блядь, в экспресс. За зеленой пастой. 803 рубля. Что надо, что не надо. Дома покажу, что купила. Короче, охереть. Лучше не ходить в магазин. Когда приходишь в фикс-прайс, кажется, надо все, все надо. Так, завтра у нас что? 3 декабря. Завтра поеду к маме. Блядь, можно уже снять маску. Доставить на всякий случай. Не пошла, я маску забыла. Сейчас маска — это обязательный аксессуар нашей жизни. Купила зачем-то шарики на елку, хотя они у меня есть. Елка оказалась не дома, а у мамы. Ну и пофиг. Такой мини-шопинг. Еще на улице как тепло, только пасмурно. Сейчас вам покажу, какие вот они тут строят из гаражей вот такие домики. Видите, были 3 гаража. Вот они объединили их, сделали пристройку. И получился, загородили воротами. А вот еще, здесь я раньше проходила, здесь вот первый ряд гаражей стоял, а вот там за ним второй. И я не поняла, то ли выкупили, сделали все в едином стиле. Видите, как все красиво. В общем, из гаражей получились таунхаусы. Видите, там еще вот это недостроено. Здесь они закрыли, там второй, который ряд, забор. Вот там тоже лестница на второй этаж, она снаружи, наверное, внутри есть, не знаю. Ну, вот еще стоит один обычный гараж. Покупай, строй. Вот еще.
Из говна конфетку. Но раньше, вот первую квартиру я купила в этом доме. В смысле, не я купила, мама купила мне. Когда я приехала, я поняла, что это общежитие. Ступор был капитальный. Вот мои два окна, кстати. Вот коричневые. Ну, короче, надала всякого барахла. Зачем ты купила такую пломку? Такие шарики. Бальзам для волос вдруг резко мне понадобился. А, ну это свечки мне нужны. У меня там подсвечник есть. Крем с витамином Е. Я не думаю, что фикс прастит. Но мне очень понадобился. Бланш. Две коробки. Вот такой вот ободок. Давай померяю. Дима, в Новый год буду поднимать настроение себе. Твою мать. Еще не открыть. Так, ну-ка, все. Ну-ка. На-н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 а. Нормально. Вдруг я захотела сладенького. Зефир. Еще одна свечка. Это я взяла набор звучек на работу. И, кстати, зеленую пасту, чтобы писать желание. И какую-то новую губнюшку. Попробуем. Это все идет на или нет. Так, сейчас распакуем свечи, пойдем их поставим на этот, на подсвечник. Он стоит у меня без свечей. Наверное, собираем обычные свечи. Так, пошлите. Они стоят у меня в спальне. Так, так, так. Кровать, конечно, не заправлена. Юра валялся. О, вот такой у меня подсвечник есть. Но без свечей. Так-то густенькие. Пробуем. Ого! Ого! О, какая красотень! Ну все, теперь можно устраивать романтический ужин. При свечах. Красота. Еще раз покажу. Не понимаю, чем пахнет. То ли парафином, то ли... И сумочку еще хочу померить. Что-то вот... Вот зачем он мне? Этих сумочек. Но вдруг я зачем-то купила сумочку, такой порыв. Ну, такая, знаете, на каждый день бегать. Там что, деньги взял, кошелек? Да ну, Муся!
флешевые. Пойдет побегать. Даже не жалеем, сколько. В принципе, она стоит 150 рублей. Так. И вот такие вот шары, кстати. Тоже недорого. Набор 55 рублей всего. Вообще замечательно. Хотя у меня вот тут я достала вон какие-то шары. Ну, короче, украсим все, что везде можно. Мой любимый балкон. Ну-ка, я попробую вот эту помаду. Душно пахнет. Как у меня дочь всегда фотографирует, это капля. Я тут сколько тренировалась, так не получается. Ну вот, на сегодня прощаюсь с вами. Мне в ночь на работу. Пойду отдохну.